Консерва печени трески, дорогие ребятушки. Очень частый вопрос, который к нам прилетает. Можно ли масло печени трески заменить на консерву? И суммарно, где я беру масло печени трески? Потому что в аптеках найти не можем. Давайте разберемся с очень важным моментом. Непосредственно сама консерва. Я не имею ничего против. Это хороший, полезный продукт. Но то, в чем закрыта ваша печень трески, не является жиром печени трески. Обычно в банке рапсовое масло, а отдельно уже как добавка продается масло печени трески, которое безумно богато витаминами D, А, омега-3. Это одна из самых лучших, в принципе, добавок, единственная, которую мы в своей семье большую часть года используем. Детям 5 грамм, взрослым 10 грамм, очень советую. Если вы не можете найти в аптеке, вообще без проблем, вы можете на iHerb заказать их великое множество в капсулах, жидкое, со вкусами, абсолютно любое берите, это очень полезно.